конкурс педагог нового времени. Это традиционный городской конкурс, который позволяет выявить самые современные лучшие практики организации образовательных процессов в дошкольных учреждениях, в школах. Педагоги в течение определенного времени, почти неделю, демонстрируют свои умения в разных видах: мастер-классы, учебные занятия, родительские собрания. То есть программа достаточно обширная. И по результатам конкурса определяются победители. Ну, наверное, каждый из вас может представить, что такое конкурсы и соревнования. Конкурсы и соревнования – это, во-первых, мобилизация всех своих собственных сил, куча энергии, которые нужно, которая тратится во время конкурса, переживания, ну и мастерство, то, которое позволяет как раз-таки покорить жюри. Надо сказать, что педагоги, проводя учебные занятия, демонстрируют свои навыки с детьми, которых они видят впервые. То есть это дети не их школы, не их детского сада. Совершенно незнакомые для них дети. И поэтому еще становится сложнее. Ну вот, две замечательные девушки наши, победительницы, они сегодня присутствуют на нашей с вами сессии. Это Ольга Валерьевна и Татьяна Валерьевна. Ольга Валерьевна – воспитатель детского сада «Сибирячок», а Татьяна Валерьевна – это учитель школы номер 2. И мы бы хотели сегодня вас пригласить. Уважаемые педагоги, Владимир Рудольфович, я тоже прошу присоединиться к нашим поздравлениям. Профессия педагога очень сложная и ответственная. Проходите сюда. Очень сложная и ответственная. И поэтому мы бы хотели, чтобы эта профессия была еще больше уважаема. И мы ценили педагогов, отойдите, извините, тех, которые дают нам такие результаты. Им еще предстоит участвовать в краевом этапе, поэтому сегодняшний день, Владимир Рудольфович, вам слово.